кто-то случайно оказался у меня на концерте. Вот, сегодня мы сыграем преимущественно авторскую музыку моего авторства и, за небольшим исключением, несколько известных композиций. Вот, я хочу представить музыкантов. Евгений Лебедев. Кирилл Афонин, бас. Белый Рывший, барабан. И Дмитрий Колесов, гитар. Спасибо большое. А мы начнем с композиции, которая называется «Немножко так по-грузински заходи». А, но на самом деле это такое, ну, как бы условное приглашение ко мне в гости. Вот. И можно считать, что вот это, скажем так, моя гостиная. И чай уже есть, у кого-то погорячее. Вот, цветы нет, но представим. И вообще эта песня про дни недели. Вы сейчас услышите. Oh,
вы знаете, сегодня не совсем обычный концерт, а может быть, даже совсем необычный концерт. Потому что... Нет, начну с того, что почему это обычный концерт. Обычный концерт потому, что зачастую я рассказываю что-то про песни, потому что они все были написаны на реальных событиях. И часто вот в предыдущей песне была такая абстракция сиреневая, а вот в этой гамма совсем другая, она такая более холодная, синяя. И символ, точнее символизирует этот синий цвет расставание. И вот я рассказываю свою историю о том, что я далеко-далеко, я где-то на пересечении неба и океана, и там ты меня не найдешь, потому что я очень-очень холодная. А вот необычный этот концерт потому, что сегодня эту историю мне поможет рассказать еще один музыкант. И это она. Она как нельзя кстати подходит сюда, к этой истории. Подожди, не выходи. Почему? Потому что это, можно сказать, снежная королева джазовой сцены. Можно уже похлопать себе по лапам. Да, снежная королева джаза, да. А то, что она выросла в Санкт-Петербурге, говорит о многом. Так вот, сегодня со мной сыграет эту композицию Мариарт. И наша сверхзадача сейчас вас заморозить. Коснешься меня рукой, увидишь синий. О, подо мной холодной рекой, я тонкий иней. Если попробуешь поцеловать, увидишь белый. О, предо мной, как в этом зимой, холодное небо.
То есть бывает так, что вот ты что-то трогаешь холодное, и оно прям тебя обжигает. И наоборот, вот горячее может вот отдавать холодком. Бывает такое у вас? Это правда, потому что в состоянии сознания, в таком очень расширенном, все дуальности становятся одним целым. Поэтому следующая вещь будет магически горячей. Да? Да. Это Херби Хэнкок «Бабочка». Oh,
Thank you.
Спасибо, Машенька. Мы еще пригласим Машу чуть позже. Сейчас мы продолжим с авторскими песнями. И надо сказать, что это одна из самых зажигательных моих композиций. Даже я бы сказала, это просто хит. Но я думаю, что следует немножко рассказать о теме композиции, потому что даже если вы прочитаете стихотворение, вот как написано на листе черным по белому, то, скорее всего, тоже не сразу будет понятно, что я имела в виду. И поэтому смысл таков. Мы все находимся в двух состояниях — бодрствования и сна. И очень часто бывает так, что ты вроде бы спишь, но ты видишь такой реалистичный сон, но краски такие яркие, и события такие захватывающие, что тебе кажется, что это реальность. Бывает такое круто? Я думаю, что у всех бывает, да. И потом ты просыпаешься и думаешь, блин, на самом деле это все не так. А бывает совсем наоборот, что ты живешь, и ты точно знаешь, что это вот моя самая, та самая реальность, и это моя жизнь, а думаешь, что, может быть, это все-таки сон, и я должна проснуться. А проснулся я должна потому, что в конце этого пути меня ждет что-то настоящее. Это что-то, конечно же, любовь. Кажется реальный только в нем самом.
Обещала прийти, но, по-моему, ее нет. Нет ее. И это было в рамках программы «Голос». И эта песня называется «Just the Two of Us». Но сегодня это мы с Машей. I hear
гитаристом Дмитрием Колесом. Да, и это на самом деле тоже новинка концерта. То есть премьера, скажем так. Вот, и следующая композиция, называется она «Смелей». И это такая история целая. Собственно, она такова. Я нахожусь далеко-далеко в деревне, как бы издалека начну. Одна в доме, да, и ночь. И я смотрю, в общем-то, в окно. И почему я сказала, что это в деревне, это имеет значение, потому что очень прозрачное небо, да, вот прозрачное. И я в этот момент понимаю, что вот ночь-то на самом деле не черная, как говорят, а синяя, потому что действительно просто насыщеннейший синий цвет, синий, да. Вот. И я смотрю прям ей в лицо, а лицо ее это, собственно, луна. И я смотрю на нее, на него, потому что это он, это полумесяц. То есть его лицо проявлено только наполовину. И я начинаю думать о том, что мы люди тоже бываем такими, как бы проявленными наполовину. Ну, по крайней мере, я. Ну, то есть я чувствую себя как бы неполноценной и ищу кого-то, кто может составить мне половину. И мне кажется, что тогда я стану какой-то вот настоящей, полной. Но на самом деле, как бы, есть другая сторона, то есть, может, мне нужно самой развиваться, ждать вот этого, как бы, нарастания луны и стать самой полноценной, и как бы мне никто не нужен. И на самом деле я до сих пор не знаю, в чем правда. Но в тот самый момент в деревне, когда я смотрю это синее небо, синюю ночь в лицо луне, мне кажется, что вот прямо сейчас, если она меня поцелует своей половинкой, меня половинку, то мы станем чем-то одним целым. Смелей. Смелей, поцелуй скорей мою.
Сейчас мы исполним. Понимаете, какая штука произошла? Я пропустила песню. Сейчас мы к ней вернемся. И это будет песня, которая называется «Нет никого». И все опять не так однозначно. Как бы вы здесь, это самое главное. Спасибо. Вот. А «Нет никого» имеется в виду, что нет меня. Ну, как бы, знаете, когда бывает так, что люди в ссоре, близкие люди в ссоре, и они как бы не хотят брать на себя ответственность и делать вид, что как бы ничего не происходит. Ну, как будто нет никого. Вот песня об этом. Спасет нас.
По просьбе нашего значительного барабанщика Троишина мы сейчас сыграем песню, которая называется «Время». Может быть, кто-то из вас видел видео на YouTube, на котором мы со моим мужем Кириллом Афойным сидим на диванчике и играем эту песню. Есть такие люди? Один. Настя, ты не видела? А, это руку. Да, в общем, это та самая песня, которую мы потом аранжировали и даже выпустили на iTunes. Но сейчас мы ее сыграем как бы вот так в миксе. Thank you.
Спасибо огромное. Мы решили сыграть последнюю песню для вас. Называется она «Солнце». Вы помните, я разговаривала с Луной? Помните? Вот я еще с Солнцем разговариваю. Вот. А ему я как бы говорю: «Слушай, Солнце, мне так что-то плохо. Заходи уже давай, и вот освети меня, и наполни меня всем самым хорошим». И вот именно этого я вам желаю. Наполниться еще вот последними солнечными деньками. Не знать ответы, как
сегодня.